Выучить азербайджанский язык на академическом уровне и совершенно бесплатно теперь смогут и дети, проживающих за рубежом азербайджанцев в возрасте от 6 до 18 лет. Реализация проекта, представленного Ассоциацией молодых учителей Азербайджана, начнется уже в новом учебном году, а сами занятия будут проводить опытные специалисты. Студенты, завершившие обучение на каждом уровне, получат соответствующий сертификат, подтверждающий знания азербайджанского языка. Проект «Родной язык. Азербайджанская школа» запущен для того, чтобы дети наших соотечественников, проживающих за рубежом, владели родным языком на свободном и профессиональном уровне. Мы знаем, что проживающие в других странах азербайджанцы стараются обучить своих детей, организуя преподавание небольшими группами. Сейчас мы хотим сделать этот процесс массовым. Множество наших соотечественников проживает за рубежом, прилагаются усилия для того, чтобы новое поколение не теряло связи с нашей культурой и нашим языком. Этот проект ждали давно. Важно, что его проводят на государственном уровне. Нужно понимать, что миллионы молодых людей получают образование за рубежом на иностранных языках, живут в чужой среде. И, к сожалению, семьям не всегда удается восполнить этот пробел. Возможно, первые плоды этой деятельности мы получим лет через 10, но зато перед нами предстанут молодые люди, которые прекрасно владеют своим родным языком. Тогда мы поймем, насколько важно предпринимать подобные шаги. После завершения регистрации комиссия проверит, насколько хорошо ребенок знает азербайджанский язык, а затем ученика определят в соответствующую группу. Обучение в проекте будет проводиться в трех категориях. Преподавать язык будут профессиональные учителя. Они также владеют английским языком. Согласно предварительной программе, уроки будут проходить два раза в неделю по полтора часа. Занятия начнутся 15 сентября. В процессе преподавания задействованы более 10 учителей. Их число будет увеличено в зависимости от числа зарегистрированных учеников. Отмечается, что в проекте смогут принять участие только азербайджанцы, проживающие за рубежом. Детальную информацию можно получить на сайте Ассоциации молодых учителей Азербайджана. Прием заявок продолжится до 12 августа. Эсмира Алиева, CBC.